Я на работе уже с 31 числа. 31 числа я уже дежурю полностью двое суток. И на сегодняшний день обстановка полностью стабильная по городу. Коммунальные службы у нас все работают. С 3 числа уже вышли снегоуборочные машины на уборку дорог. И по сегодняшний день занимаются уборкой пешеходных переходов, уборкой дорог. Вышли все коммунальные службы на уборку в дворовых территорий. У нас оттепель пошла, как бы сейчас уже проехал, проинспектировал. Идет сбой льда сверху, как бы наледи. То есть все службы задействованы, работают. На сегодняшний день вся обстановка по городу стабильна. Сегодня вы провели штаб по мониторингу, связанный с коронавирусной инфекцией. Как с этим обстоит дело? Ну, к сожалению, в общем, динамики снижения мы не видим за счет прироста тяжело больных западной группы районов. Если у нас идет снижение в целом по Ачинску и Ачинскому району, то за счет прибытия тяжело больных с западной группы районов, это Ужур, Боготол, Шарыпово, как бы в общем динамика как бы у нас остается на одном уровне, к сожалению. Поступает очень много звонков по бродячим собакам, и с конца прошлого года нами принято решение. У нас работает уже не одна организация, а две организации по отлову собак. Я думаю, что удвоенная работа в этом направлении в какое-то ближайшее время даст свои результаты.